Всем зрителям и подписчикам нашего канала привет, с вами Дмитрий и канал «В деревню». Нынешняя зима у нас радует нас постоянно, потому что как на добро выпал снег. Почему не как на зло, а как на добро, да? Потому что, наверное, как на зло это будет у какого-нибудь городского дворника или владельца гаражного кооператива, которому с утра надо откапывать свою машину. Вот там, наверное, будет как на зло, а у нас как на добро. Выпал снег, его много, местами он даже выше колена лежит. Вот. А почему как на добро? Потому что в старину говорили: много снега, много хлеба. Это значит, что грядущий год будет урожайным, это значит, что наши колодцы будут полны водой, как минимум до середины лета. Вот. И это значит, что мы зимой будем обеспечены такой легкой, приятной работой по уборке снега на свежем воздухе, скажем так, профилактика гиподинамии. И всякую работу, конечно же, удобнее выполнять хорошим, надежным и удобным инструментом. У нас такой инструмент до этого времени был, это вот такая вот проверенная лопата. Ну почему был? Он и есть у нас. Лопата неизвестного производителя. Служит нам верой и правдой, наверное, уже лет 5-6. Все остальные лопаты просто умерли. Вот это, на удивление, служит хорошо. Но прогресс не стоит на месте. И совсем недавно на нас вышли ребята с предложением потестировать, взять на тест-драйв лопату. Лопату отечественного производителя. Вот, что нас очень приятно порадовало. Что попало, мы на обзоры не берем. То есть мы стараемся брать вещи достойные, потому что, ну, как-то... Понимаете, неудобно, неловко обманывать своего зрителя, который тебе доверяет. Поэтому мы тщательно относимся к отбору вещей на обзор. И вот сегодня у нас будет вот такая вот лопата. Пришла она к нам в такой коробочке, да, все видели, наверное. Сейчас я извлеку все оттуда. Я сначала думал, я не вскрывал лопату, то есть я ее вижу впервые, так же, как и вы. Вот. Я сначала хотел взять какой-то инструмент к ней. Думаю, может, надо что-то тут как-то так собирать, ключи какие-то гаечные, еще что-то. Но, видимо, она не предусматривает инструмента. Сейчас мы поглядим, так ли это. Собственно, вот лопата, да, из такого нарядного желтого пластика. Вот здесь вот как бы рекламка идет. Минимальная нагрузка на позвоночник. Вот эта вот наклеечка рекламная. Значит, отделана она алюминиевой такой вот полосой, приклепанной. Ну, как бы вот так вот мне ее содрать не получится однозначно. Да, это не нужно. Вот. И вот, собственно, как скажем, древком это назвать. Не поднимается, не поворачивается язык, да. Это рукоять. Вот такая вот рукоять у нее. Значит, что? А, и вот две таких, вот таких вот ручки. Одна ручка у нас пойдет для длинной рукояти, вторая для короткой. Я так понимаю, там у ребят представлены два варианта этих лопат. Она одна с более длинной ручкой, другая с более короткой. Вот нам достался вариант, мне кажется, с длинной как раз. Самый такой щадящий. Так, ага. Значит, из инструмента нам, похоже, понадобится шуруповерт. Вот такие вот в комплекте идут винты под крестообразную отвертку. То есть шуруповерт или крестообразная отвертка нам понадобится. Сейчас я сбегаю, и мы продолжим. Итак, сбегал я за шуруповертом домой. Можно продолжить сборку. Так, сейчас посмотрим. Картинки нет у нас, как что располагается. Значит, ну вот этот верх, судя по наклейке, по направлению букв и надписи, вот это низ. То есть, ага, ну вот, два отверстия, и здесь два отверстия. Я так понимаю, надо их просто-напросто друг с другом совместить. Я показываю преднамеренно весь процесс, дабы, если что, ну, мне интересно, сможет это собрать какая-нибудь, скажем так, домохозяйка, дама-одиночка. Вот мне запихнуть ее туда не удается, вот так вот, чтобы раз, эти два отверстия совпали. Довольно туго. Ну, это, в принципе, и хорошо.
Так, сейчас попробуем народный способ. О, заработало. В общем, если собирать лопату, то лучше, наверное, все-таки в комнатной, при комнатной температуре, потому что пластик, видать, чуть-чуть сжимается, и тяжело труба заходит туда. При комнатной температуре, я думаю, она собралась бы идеально. Все, отверстия показались. Теперь можно собирать шуруповертиком. Опс. И второй винт. То же самое. Секундочку. Все. Ну, в общем, лопата надета. Осталось надеть только ручки. Здесь тоже сложно ошибиться, потому что вот имеется на рукоятках отверстие. И здесь то же самое. То есть, я так понимаю, по логике у нас винты будут снизу спрятаны, а ручка вот так. То есть, ну, на нашей лопате именно вот так, наклончик вперед сделан. То есть надеваем две ручки. Сейчас проверим совпадение отверстий. Отверстие совпадать не хочет. Приложим немножко усилий. Все. Попали. Закручиваем. Так, это не открытие. Готово. То же самое сделаем с этим. С этой рукояточкой. Все. Попали. Закрутили. У меня большого труда, как видите, это не составило, но лучше, я повторюсь, собирать при комнатной температуре, если вот заниматься этим где-нибудь в тепле. Тогда пластик более податливый, она легко соберется. К какой-то там дополнительной посторонней помощи прибегать не придется. Вместо шуруповерта, в общем-то, можно использовать обычную крестовую отвертку, усилия здесь небольшие. Ну что, лопата собрана, я думаю, пора пойти на тест-драйв. Поехали! Для тест-драйва у нас есть прекрасный повод. У нас дорога на пасеку заросла, вся снегом, никто не чистил. То есть трактор у нас чистит только вот досюда. На пасеку дорога не чищенная, там снега уже по колено. И, в общем, лопата найдет свое применение. Я хочу сразу сказать, в чем прелесть-то, в чем фишка этой лопаты. Да, вот какая-то непонятная ручка, зачем все это, навороты какие-то. Я покажу для начала, как работает человек с обычной лопатой. То есть я ее возьму в обычном режиме, да. Обычно это вот так происходит. В общем, приходится кланяться, да, видели, моя фигура такую Г-образную имеет форму. А что дает нам вот эта вот рукоять? Смотрите внимательно. То есть легко и непринужденно я работаю теперь с прямой спиной. Кто давно смотрит наш канал, наверное, помнит, что у меня периодически бывают проблемы со спиной. То есть, то нету. Вот в этом случае вот эта вот штука, конечно, находка. Не знаю, как вам, мне понравилось. Я сейчас еще передам эту лопату Дине, чтобы она попробовала и свои ощущения рассказала. А она не хрустнет? У этой лопаты очень прочный пластик. Да ладно. Не, ну, как бы работать удобно. Она на себя цепляет много снега, тяжело.
То есть она большой такой объем, вот, поднимаю рукой. То есть получается такой, как экскаватор, что ли, да? Ну, типа того, с рычагом. Зацепила, подняла рукой, скинула. Скидывается легко, пластик скользкий. Это нравится. Обычно беда всегда бывала у таких пластиковых лопат, которые у нас умерли. Это вот этот вот алюминиевый или стальной какой вот был. Ну, насадочка вот эта вот. Насадочка, лезвие. Да, она слетала у нас. Посмотрим, как здесь, это будет. Да, не знаю, как поведет себя, но вот в принципе эргономика сама, вот как тебе? Очень удобно. Единственное, хочу еще отметить, что здесь работают две руки. То есть весь плечевой пояс задействует. Если я здесь работаю, у меня работает всегда только правая рука, да? То есть вот я ею же. Ну, я сейчас, кстати, налево работаю, обычно-то всегда. Вообще по-разному бывает. Я вот так вот сейчас... Тяжело. Спинка сразу. Тяжело, когда вот так в наклоночку, так вот массивы такие ворочаются. Короче, работают сразу две руки, два плеча. Это приятно, потому что вот застаиваются вот эти вот от сидячки, от всяких каких-то работ домашних, да, домашних. Все в наклоночку, все вот это вот такое. И всегда спина страдает. Тут, конечно, начинает работать, что радует. Потому что кровоснабжение прям явно убежало, заработало. Слушай, удобно, очень удобно. То есть минусов таких вот сходу ты назвать не можешь? Сходу не могу. Лопата двухстволка. Надо сказать, у производителя есть еще второй вариант лопаты, где рукоять вот эта вспомогательная покороче и расположена ближе к оператору лопаты. К сожалению, на тест-драйв она к нам не приехала, мы ничего про нее сказать не можем. Но вот, вот этой лопатой работать приятно. Первое впечатление прям положительное сугубо. Да, вот я стою с прямой спиной, я прям прислушиваюсь к себе, хочу найти минусы. Какие-то минусы, да, где вот, да. Что, может, какие-то неприятности, неприятные ощущения. Я поработаю маленько и скажу еще. Я вот, конечно, мало покидал, но я даже не вспотел тут. Ну, вот как бы сегодня снежок я могу охарактеризовать. Он такой, сегодня тепло, и поэтому снег уже такой влажненький. Он такой, в общем-то, ну вот, его видно, он такой уже не пушистый. Уже не пушистый и вес имеет. То есть внизу еще плюс лед. Ну, как бы мне не составляет труда особого. Но это работа. Это работа, как бы. Ну да, такая. Физическая работа, ну просто. Радостная. Теперь, как бы, вообще одно удовольствие. Я думаю, у нас будет драка теперь за эту лопату. Кому чистить снег? Ну, зато у нас теперь их две. Ну, вот могу сказать одну вещь. Я, конечно, плюс опять плюс получается. Но ладно, минус еще найдем все равно. Вот эта лопата, она позволяет откидывать снег подальше. У нас всегда было правило, когда мы работаем, мы не вот так вот делаем, да, вот просто отгрести типа, да, а старались всегда откидывать подальше, потому что, ну, как хочется, чтобы была возможность в дальнейшем еще сюда здесь близко кидать, когда уже будет большой сугроб, его придется весь перемещать. Это как да. Бы вообще не плюс. Поэтому, как бы мы всегда старались откидывать. Но вот смотрите, я ее несу одной рукой. В принципе, вот оно. И улыбаешься, смотри. Я всегда улыбаюсь. Почти. Ну, то есть вот, смотрите. Вот этой лопатой получается... Прошу прощения. Вот этой рукой я получается... Вот это сейчас у меня вообще расслаблено. Я сейчас подгребаю, затолкнула как бы лопату, совок вот этот под снег. А вот этой поднимаю. И теперь вот этой снова делаю толкающее движение, откидываю. У меня получается откинуть дальше. То есть здесь действительно ребят продумали, вот этот момент, он такой удобный, могу сказать. Мне это дашь подкидать? Ну, не знаю. Ты сказал, что на пасеку будешь дорогу прокапывать, а сам начал вот тут вот. Площадь, я да. Тоже, кстати, да. Поймала себя на мысли, что хочется как ширину, все. Не, удобно. Вот левой рукой теперь меняешь, как бы правша ты или левша, без разницы. Да. То же самое. И работают все мышцы. Спинка работает, но работает по-хорошему. Не в наклоночку, а вот как-то так вот весь корпус такой задействован. Отлично. То есть вот
Есть ли со спиной какие-то проблемы там, или после травмы позвоночника такая какая-то реабилитация щадящая нужна, то вот я думаю... Ну, после травмы, наверное, не пойдешь лопатой снег кидать. Ну, да. Тем не менее, вот какие-то элементарные вещи можно сделать. Можно, да, можно. Спина абсолютно прямая. Да. Стоишь, работаешь только вот верхним поясом. Мне понравилось. Пока мне все нравится. Ну, тут я и смотрю, ты ее из рук не упускаешь, даже не хочешь мне дать покидать. Ну, на, ладно. Ну, рассказывай свои ощущения. Знаешь, по привычке хочется согнуться, как бы вот так. Есть такое. Потом понимаешь, что нужды в этом нету. Что можно работать с прямой спиной, можно менять легко руки. И кидать можно при этом достаточно далеко. Ну-ка. Да прилично. Ну, как бы не хуже, чем я той лопатой кидал. Прям хорошо. Ну, не знаю, я доволен. В общем, мы ее будем, конечно, и дальше тестировать. Посмотрим, что, значит, она покажет, выдаст. Вот, на мой взгляд, ну, тут небольшой такой люфтик, но здесь его, наверное, и не избежишь. Если сильно притянуть, будет туго ходить вот эта ручка. Я вот о том же подумала, но не стала говорить. Думаю, может, это технологически как-то предусмотрено. Небольшой люфтик вот имеется, пожалуй, и все. Но он как бы при работе особо-то и не мешает. То есть наоборот, как бы облегчает. То есть она легко гуляет. Вот так говорю, сходу минусов я не нашел лично. Пока все четко. Меня только вот единственное смущает, все пластики всегда ломались, лопались, трескались. Ну, ребята говорят, что пластик прочный. Я не буду, конечно, совсем уж ломать там. Ну, вот я давлю, нормально он не хрустит. Ну, будем надеяться, что послужит, порадует нас. Ну, отзывы будут честными. Отзывы, да, честные будут. То есть мы еще погоняем ее, посмотрим. Если что-то не понравится, будем писать производителям с рекомендациями какими-то, да? Да. Ну, я думаю, завязать в узел ее нам сложно будет все-таки, потому что такая... Нет, трубопрочная. Трубочка нормальная, пластик хороший. Не знаю, у меня пока такие положительные впечатления. Ты сейчас меня подкопаешь, и я упаду в яму. В общем, кому интересно, ссылочка, естественно, будет в описании. А мы продолжим чистить снег. Решили дать Илье на тест-драйв. Он у нас тоже специалист по снегу. На, попробуй, покидай что-нибудь. Блин, гораздо удобнее, чем с лопатой. Интересное ощущение, да? Да, удобно, но правда не привычно. Удобно, хорошо. А зачем сгибаешься-то? Она ему просто как бы коротковата. Вот. Расточком не вышел. Он высокий, да. Ему вот эту рукоять нужно длиннее, чтобы была. Тогда будет нормально. То есть она под такой. Подрост 1.75 м, 1.80 м рассчитано. А он у нас почти 2. Ему коротковато. То есть вот, пожалуй, нашли минус. Да. Для высокого человека она, ну как бы, все равно придется вот так чуть-чуть наклончик. Но это не сравнить с тем, мешает, это не страшно. Как если бы вот традиционной лопатой, да? Да. Небольшой будет наклон спины, но не сильный. Ну какие минусы нашел? Да никаких минусов нету, все удобно, все нормально. Потому что хорошая лопата, ем. Ну все, вся семья довольна. Что еще надо, чтобы встретить старость? Да. Мы продолжим поиски минусов в этой лопате. Будем вам докладывать. Ну на этом попрощаемся с вами. Всем пока. До новых встреч.